Инструктаж руководства, уточнение планов и графика. Так стартует рабочий день оператора Анны. В ее обязанностях прозвон клиентов, заказчика в рамках маркетингового исследования. Ежедневно в обработке всех операторов компании более миллиона входящих обращений по телефонам и в социальных сетях. Мне нравится, я тут работаю с сентября. В принципе, все условия мне нравятся. Комфортный офис, как вы уже заметили. В каждой работе есть также минусы и плюсы. В этой минус – это одни плюсы. Компания «Воксис», рабочие площадки которой открыты в 34 городах России, реализует более 200 коммуникационных проектов. В числе заказчиков – лидеры финансового рынка, страхования, транспорта, логистики, розничной торговли, здравоохранения, органов государственной власти. Одним из первых работу площадки оценил губернатор региона. Мне кажется, он, во-первых, современный, во-вторых, отвечает вот тем самым требованиям и молодежи, да, и требованиям, ну, тот, на что есть сегодня спрос с точки зрения открытости, свободности, с точки зрения отдыха, там, питания, да, обучения здесь тоже присутствует. Это такая правильная площадка. Причем не только работать, но и учиться. Здесь можно будет освоить новые для себя сферы специалистов, центр коммуникации, технической поддержки и по работе с клиентами. Это укладывается в нашу стратегию создания комфортных рабочих мест и бережного отношения к нашему персоналу и нашим сотрудникам. Поэтому мы очень сильно ждем жителей города у нас на работу. Всего инвестиции в «Воксис», создание нового центра коммуникации в Оренбурге около 30 миллионов рублей. К приему новых сотрудников уже полностью оборудовано 250 рабочих мест. Впереди завершение первого этапа и комплектация полного штата на 500 человек. Анна Втюрина, Игорь Бероев, новости дня.